Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ева. И на своем канале я рассказываю про свои путешествия и новостях туризма. О чем бы хотела сегодня рассказать, это о статистике Турции. Как в 2021 году прошел отдых во всеми нам любимой Турции. Итак, по данным Министерства культуры и туризма Турции, за 11 месяцев 2021 года, это с января по ноябрь, включительно, декабрь не берется, в Турции было зарегистрировано 22 819 746 прибытий иностранных граждан. Это на 89,6% больше, чем за тот же период в 2020 году. Но на 46,8% меньше, чем показатели за 11 месяцев 2019 года. По итогам 11 месяцев 2021 в иностранном турпотоке в Турции по-прежнему с большим отрывом от стран-соперников лидирует Россия. В январе-ноябре в Турции было зарегистрировано 4 550 047 туристических визитов граждан России. Эта доля в общем турпотоке 20%, каждый пятый. Эта цифра на 123,5% больше, чем в тот же период 2020 года, но на 33,9% меньше, чем показатель 2019. Из этих 4,5 миллионов поездок 3,5 миллиона, это 77,8%, по итогам 11 месяцев 2021 года были совершены россиянами в Анталию. 724,3 тысячи, это 15,9% в Стамбул. И, наконец, 278 тысяч или 6,3% на курорты провинции Мугла. Это Эгейское побережье Турции. Это где Мармарис, Бодрум, Кушадасы, вот там находятся. На втором месте в иностранном турпотоке в Турции по итогам 11 месяцев 2021 года расположилась Германия с долей 12,7% в общем выездном турпотоке. Немцы в январе-ноябре съездили в Турцию 2 897 069 раз. Это плюс 170% к 2020 году и минус 40% к 2019. На третьем месте турпотока была Украина. Ее граждане приезжали в Турцию с января по ноябрь 2021 года 2 018 812 раз. Эта цифра для Украины рекордная. Столько же для этой страны никогда ранее в Турцию не приезжали. Объем украинского турпотока за 11 месяцев 2021 года не только больше показателей аналогичного периода 2020 года на целых 109%, но, в отличие от России и Германии, больше, чем до пандемии. Показатели января-ноября 2019 тоже превышены и более чем на треть, на 33,9%. То есть даже до пандемии с Украины ездили в Турцию гораздо меньше, чем вот в 2021 году. Но мы же все с вами понимаем, почему такие рекордные цифры. Потому что другие страны закрыты. А Турция была открыта, они молодцы, они вот свои убытки в какой-то степени, наверное, возместили. Ну, на четвертом и пятых местах в пятерке лидеров иностранного турпотока в Турцию расположились Болгария и Иран. Болгарских граждан приехало более чем в два раза меньше, чем до пандемии, и даже чуть меньше, чем в 2020-м. Иранский турпоток оказался в три раза больше по объемам, чем в 2020 году. Итак, по итогам 2021 года и уже вместе с декабрем, если считать, из России в Турцию может быть зафиксировано, это округленно, 4 555 тысяч плюс 135 тысяч декабрь. Это получается 4 690 тысяч поездок. Это из одной только России. Это почти совпадает с недавним прогнозом Ассоциации туроператоров России. Они прогнозировали 4 650 тысяч поездок. Ну а такие оценки представляются невероятными. В декабре в Турцию при существующем объеме перевозки просто физически не может прилететь 445 тысяч человек. Это была статистика Турции, туристического потока Турции за 2021 год. Итак, это были
новости туризма на сегодняшний день. Оставайтесь со мной, ждите нового ролика, новых новостей. Всем до свидания, пока-пока!